Ну що ж, ми обіцяли вас сьогодні познайомити із ще одним нашим гостем. Це Анатолій Пустоваров, який є керівником відділу із питань регіонального розвитку комбінату «Запоріжсталь». І сьогодні будемо говорити, чим саме завод допомагає абсолютно всім мешканцям нашого міста. І навіть зможемо це довести і показати. Доброго ранку, Анатолій. Доброго утро. Як настрій саме ранку? Вам дощ не завадив? Ні. Абсолютно хороше настрій. Ми говорили про те, що завод дуже часто допомагає не лише тим, хто працює на ньому, але й взагалі всім жителям міста. Кілька років поспіль ми обговорюємо цю тему. Давай сьогодні з'ясуємо, ну, навіщо взагалі це відбувається і яку мету собі комбінат ставить, реалізовуючи ті чи інші проекти. Ну, так історически сложилось, естественно, что комбинат городообразующий, и можно посмотреть, ну, почти половина города, в принципе, построена в этот период этими нашими отцами, дедами, заводчанами и так далее. И естественно, что, я думаю, чтобы помогать, не нужна какая-то причина, это просто философия жизни каждого человека, позиция руководства. И поэтому комбинат планомерно реализует вот социальную политику, направленную не только внутри комбината, потому что также, естественно, очень плотно осуществляется помощь заводчанам, нашим работникам, но и городу. Потому что не может такой большой комбинат жить отдельно от города. Да и вообще, вот лично я в своей жизни руководствуюсь, есть такое золотое правило нравственности. Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Ну, в любом случае, там, отработав, там, каждый работник комбината, возвращаясь к себе домой, хочет также получить какое-то уют и тепло. И в этом плане, наверное, завод как раз идет навстречу. За это время, вот, какие социальные проекты удалось реализовать, чтобы вы выделили именно для себя и для всех жителей Запорожья? Да, абсолютно верно. Вы правильно сказали, что заводчане, такие же люди, они ездят на нашем же транспорте, по нашим дорогам ходят, гуляют в наших парках. И, конечно, с той ситуацией, которая там в стране, сложная экономическая ситуация, комбинат, кроме каких-то социальных, интересных, скажем так, программ, реализует очень много полезных дел для города, начиная от благоустройства и заканчивая, скажем так, сферой здравоохранения или образования. Скажите, как вы осуществляете вот эту двустороннюю связь? Откуда вы узнаете о тех проблемах, которые волнуют запорожцев? Как можно легко любому простому запорожцу обратиться к комбинату для того, чтобы получить какую-то помощь? Очень важна обратная связь. И, конечно, есть такой даже термин, да, умная благотворительность. То есть, конечно, нужно идти в одну сторону с потребителем, а в данной ситуации, в благотворительности, это обычные граждане, с которыми мы общаемся, находим те проблемы, либо те вопросы, ждем от них, конечно, какой-то помощи. И это очень интересно, вот на, если поговорить о наших проектах, есть такой у нас проект «Мы – это город», который уже 3 года мы реализуем, где просто жители города, общественные организации приходят, предлагают свои идеи, свои проекты, и комбинат уже организационно и финансово помогает их реализовывать. То есть, короче, по их сути, больше и больше. Да, да, абсолютно верно. То есть мы стараемся не только давать рыбу людям, но и удочку, с помощью которой они потом будут, скажем так, ловить эту уже рыбу. Может быть, в других местах, а может, уже чему-то научатся и на следующий год придут и получат еще большее финансирование. Ну, как минимум, они научатся оформлювати все свои идеи в якийсь проект. Просить теж надо вміти. Безумовно, цього року, давай згадаємо, скільки? Більше 164 да, проекта, із яких було профінансовано порядка 27 проектів на суму там 1 700 000 гривень. І кількість заявок, кількість реалізованих проєктів зростає кожного року в геометричній прогресії. Третій рік поспіль ця програма реалізовується. Давайте, до речі, згадаємо, що саме несе жителям нашого міста проект «Ми – це город». Увага на екрани. Нужна детская площадка. Мы начинаем новый сезон. Мы объявляем 3-й конкурс социальных проектов «Мы – это город». Бюджет программы – 1,5 миллиона гривен. Гранты – до 50 и до 100 тысяч. Благоустройство города, культура, образование, спорт, волонтерство и патриотическое воспитание. Вместе мы сделаем Запорожье лучше. Мы!
мы – это город. Третий сезон. Третій сезон якраз підходить до свого логічного завершення, оскільки якраз нині, до кінця року, ми підбиваємо підсумки цих проєктів, зустрічаємося з їхніми авторами і демонструємо результати їхньої роботи. За умовами конкурсу, здається, до кінця 2015 року мають всі проєкти бути реалізованими. Абсолютно вірно. Наступного року маємо чекати на четвертий сезон перезавантаження? Звісно, якщо... Есть спрос, то должно быть и предложение. Поэтому активность жителей, их позиция, конечно, не дает нам возможности не проводить этот конкурс в четвертый год. Тем более с каждым годом увеличивается, скажем так, качество этих проектов, и они становятся поистине социально важными и начинаются целыми сериями. То есть некоторые есть проекты, которые, допустим, начались несколько лет назад, и до сих пор они актуальны, работают. Мне кажется, это главный показатель, когда уже донор выходит из проекта, а проект все равно живет, существует. Сейчас очень часто мы вспоминаем о различных проблемах. Какие бы вы выделили именно для себя какие-то острые вопросы и те вопросы, на которые комбинат в свою очередь также старается отреагировать? Что сейчас актуально, знаете, в обществе? Основной упор стараемся делать, это, конечно, в направлении дети. То есть это широкое такое понятие, начиная действительно от проблем здравоохранения, заканчивая просто их досугом, потому что у каждого ребенка должно быть детство. И стараемся в этом направлении, конечно, уделять максимальное внимание именно вопросам і проєктам, зв'язаним з дітьми, з подростаючим поколінням. До речі, Юра вірно підмітив, що кожна людина і працівник комбінату, і взагалі будь-хто, повертаючись з роботи до себе додому, якось хоче свою оселю бачити в якомусь симпатичному вигляді. І, безумовно, Запоріжжя – наш спільний дім, як, власне, і річка Дніпро, власне, яка на сьогоднішній день виглядає не зовсім так, як хотілося б. В цьому напрямку ви також працюєте, і я чула про те, що рятуєте Дніпро разом. Наскільки успішно, наскільки давно існує цей проєкт? Тоже довольно интересный проект. Вот на этих выходных прошел очередной этап акции «Спасем Днепр вместе». Ее, в принципе, жители, общественники проводили очень давно. Потом как-то скооперировались с комбинатом «Запорожсталь». «Запорожсталь», конечно, добавил размаха этому проекту, какой-то системности. И уже каждый год проходит ряд мероприятий под этим брендом, которые, начиная от массового субботника, то есть это субботники размахом 1000 людей, 2000 людей, на которых убираются огромные территории, действительно. То есть это чистится дно нашей речки Днепр, что тоже немаловажно. Потом проходят также зарыбления, где выпускаются биологические там мелиораторы, либо аборигены виды рыбы, что действительно увеличит популяцию рыб в наших водоемах. Затем проводятся... Запорізькими орнітологами, пам'ятаю, ви працювали. Конечно, конечно. Естественно, это можно только делать вместе с громадой города, с общественными организациями, с простыми жителями. Давайте, до речі, подивимось. У нас є відео про цей проект. Увага на екрани. Нам не все равно, а вам. Якраз щойно говорили, згадували про дітей, власне, їм не все одно, я сподіваюся, що так само не все одно і вам. Врятуємо Дніпро разом, обов'язково беріть участь і у цьому проєкті. Не забувайте про те, що Запоріжжя – це наш спільний дім, і тільки від нас залежить те, як він буде виглядати. І, кстати, нельзя здесь путать, ми не маємо в виду команду футбольну Дніпро, которая 3-0 проиграла в последней игре. Ми говоримо якраз о ріці Дніпро, дійсно, саме время задуматься о екології, о том, що ми п'ємо, чим, з чим ми живемо.
скажите, ну, в любом случае нельзя не вспомнить о том, что эта неделя предпраздничная. Уже 16 числа будем праздновать замечательное мероприятие, это день рождения комбината. Чего ждет комбинат, чего же вы ждете от этого мероприятия? Чего ждем? Хороших положительных эмоций. Я думаю, сейчас никому не помешает действительно кусочек какого-то праздника. Ну, естественно, комбинат, в принципе, если касаясь нашей темы, то он ждет, что наши социальные проекты все меньше будут направлены на решение каких-то проблем. Все меньше проекты будут связаны действительно с каким-то горем и бедой. Причем приходится с этим сталкиваться, оказывать помощь в действительно сложных ситуациях. Не только для там, города в целом, а для конкретно жителей. Поэтому я думаю, что следующий год и последующие годы наши социальные программы будут дарить только радость, улыбки, положительное настроение. И я думаю, вот как в ролике мы увидели, дети не будут грустить, а взрослые действительно возьмутся за голову и сделают так, что все мы вместе будем жить дружно и хорошо. Да, не боролись с бедами, а просто расширяли свою зону комфорта. Да. Ну що ж, я сподіваюся, так воно і буде. Вас від себе вітаємо з наступаючим днем народження. 16 числа згадаємо про це. І ще раз не забувайте, наша програма, як завжди, прокидається разом з вами з 7 до 9 години. Ну, а зараз нагадаю, що до нас сьогодні приходив Анатолій Пустоваров, який начальником відділу регіонального розвитку комбінату «Запоріжсталь». Всього вам найкращого і не перемикайтеся.